Господин посол, я вас приветствую. Вы говорите по-русски, да? Говорю по-русски. Очень приятно. Мы встречаемся у нас в правительстве Московской области. У нас первая с вами встреча, знакомство с послом Японии. Мы очень рассчитываем, что она и положит, и продолжит взаимоотношения с японским бизнесом, экономикой, культурными отношениями. Нас с вами сегодня ждет встреча с представителями бизнеса. Они наверняка зададут вопросы, будут предложения. Хочу выразить готовность к продолжению сотрудничества, предоставления всех необходимых условий, чтобы бизнес, инвесторы чувствовали себя здесь защищенно. Очень рассчитываю, что мы найдем общие точки соприкосновения в обмене культурными связями, сотрудничеством в сфере образования. По крайней мере, мы в этом заинтересованы и открыты. Я сюда вместе с 21 бизнесменом встретился с вами. И это для меня очень важный, для них очень важный случай, чтобы прямо от вас слышать ваш подход и слышать большой потенциал сотрудничества между вашим регионом и нашим бизнесменом. И именно сегодняшняя встреча состоится именно накануне визита премьер-министра Абе в Россию. Это очень важный, будет очень важный случай, но это совпадает, это такой случай, это японо-российские отношения стремительно развиваются. И если увеличивается большой потенциал сотрудничества в этом регионе и в экономике, и в культуре. И поэтому я еще раз хочу искренне благодарить ваше предложение встречи сегодня. Уже на меня очень сильное впечатление сразилось в вашем вот это большое здание, красивое здание и красивый офис ваш. И я надеюсь, что сегодня и я слышал, что планируется делегация в Японию в ноябре. И сегодняшняя встреча с вами и способствует это очень успешному проведению такого визита в Японии. Я, как посол в Японии, готов сотрудничать с вами в экономическом области, в культурной области. Но прежде всего хочу прилагать усилия для успешного пребывания вашей делегации. И обратите внимание на культурный аспект. Тоже очень своевременная тема этого. Японо-российские отношения развиваются в этом области, а также Российская Федерация, сейчас правительство Российской Федерации проводит русский сезон. Это возобновление, интересная традиция вашей возобновления в Париже. Сейчас первый год. И ваше Владимир Владимирович выбрал Японию, так первая страна, которая проводит это мероприятие. И ваши заместители премьер-министра господин Городец поедет в Японию в начале следующего месяца. К тому же, что в конце прошлого года получилась договоренность проведения перекрестного года, год Японии, России, год России в Японии. И вот это очень важный образ, не только культура, экономика и образование. И я попросил содействия для успешного проведения такого года и мероприятий в вашем образе тоже. Конечно, мы понимаем важность визита премьер-министра в Россию. Мы очень надеемся, что регионы России смогут предоставить интересные возможности для культурного и экономического обмена в продолжении той политики, которую мы видим на высшем уровне. Спасибо. Нам очень приятно и ценно, что сегодня в наше время уделили внимание и находитесь здесь, господин посол. Мы очень дорожим партнерством с нашими иностранными компаниями. Естественно,
Япония это современная, успешная, развитая экономика, которая открывает и вносит очень большие возможности. И нам всегда приятно констатировать, что японский бизнес имеет планы для дальнейшего развития Подмосковья. У нас работают компании, которые мы сегодня хотели бы особо отметить, о чем я и прошу объявить. В Московской области объявляется коллективу компании Toyota Motor. Вице-президент компании господин Сюити Хирата. Хирата Сюити, Фукусачо, унегай ташимас. Еще раз хочу подчеркнуть приятность и важность сегодняшней встречи. Бытует устойчивое мнение, что с японским бизнесом, предпринимателями достаточно сложно прийти к началу сотрудничества, к старту сотрудничества. Мы очень надеемся, что вместе с японским бизнесом научимся проходить и предварительную часть, и часть исполнения успешно, и это принесет результаты как бизнесу, так и нашему Подмосковью, значит, нашей стране. いわゆるロシアとの協力を進めていきましょう。